Так, здравствуйте. Вошла в продажу трехкомнатная квартира в Рязани, район Недостоево. Сейчас вам буду показывать, что здесь хорошего в квартире. И заодно буду ходить вам болтать, рассказывать про нее информацию. Вот сейчас мы вправо ушли. Это мы заходим сейчас на кухню. Смотрите, какой, на мой взгляд, неплохой кухонный гарнитур, который, соответственно, остается. Кухонька такая около 9 квадратных метров. Смотрите, такие огонечки. Есть место, где, пожалуйста, и покушать. И совсем тут не стеснительно. И приготовить, и посадить семью за стол, накормить. Места тут хватает. Так, сейчас будем ходить с вами смотреть другие помещения этой квартиры. Это я сейчас отсюда заходил. Это получается у нас коридор. В коридоре стоит шкаф, купешечка. Соответственно, он остается. Его не взять. На полу плитка. И с вами пошли по самым важным местам в квартире. Это сейчас покажу вам санузел. Все чисто, аккуратно. Так вот. И сейчас ванную комнату. Соответственно, сразу можете посмотреть место под стиральную машину, раковина, ванна. То есть все это полноценное. То есть есть место подо все нужные атрибуты в ванной комнате. Так, идем с вами дальше. Так, выходим с ванной комнаты. У нас тут две комнаты. Одна вот. Вот какая. Что тут? Кровать даже наверху. Так, в этой комнате у нас кондиционер. Такая немаленькая. Смотрите, все тут аккуратно. Натяжной потолок. Люстра хорошая. Сейчас из окна с вами посмотрим, что видно. А, тут у нас микрорайон Семчина. Поле. Сейчас все тут будет зеленое, красивое. То есть будет смотреть из окна, на что поглядеть. Рядом вот здесь вот такая стояночка. И здесь продовольственный магазин. Сейчас двор вам тоже покажу. Это вот со стороны входа в подъезд. В принципе, сейчас ждем зелени, и все тут будет красиво. Там березки какие-то, смотри, высадили, уже выросли. Сейчас, секундочку. Вот видите, целая такая небольшая березовая роща. Так, идем с вами смотреть еще одну комнату. Это как раз такая небольшая, уютная спальня. Вот здесь место под кровать, там диван. Как угодно. Люстра тоже неплохая. То есть вот так. Ну, тут телевизор. Простенький. Ну, это можно и такой, можно и покруче себе поставить. Это уж как вам будет угодно. Вот я опять. О, хорошо, ветерочек. Опять, смотрите, Семчина. Тут стояночку сейчас вам показываю. Вот он двор. Так, идем смотреть дальше. Тут много что интересного и красивого. Так, отсюда мы вышли. Вот мы идем сейчас в большую комнату. Тут такой интересный многоуровневый потолок. Так, сейчас я свет включу. Так, вот смотрите, какая красивая люстра. Так, ну это гарнитур, конечно же, заберется, потому что он классный. Но вы можете себе такой же приобрести, у вас также будет классно здесь в комнате. Комната квадратная, с нее выход на лоджию. Лоджия большая, на два окна, то есть вот она застеклена. И там вход, получается, выход на кухню. Что мы смотрим с этой лоджии? То есть тут тоже рядом платная стоянка. Мало ли, если у вас есть денежки, хотите обезопасить, пожалуйста, сюда можно ставить. Тут всегда будет ваше место. Вокруг как бы тоже есть где припарковаться. Это место, въезд туда, в самую Недостоево, улицу сельских строителей. То есть вот так вот красиво вокруг. Туда опять, в ту сторону Семчина. Вот маршрутка. Маршруток тут много. Ну, кто знает, знаете. Кто не знает, может посмотреть там по интернету. Это достаточно интенсивное движение по этой улице, маршрутный транспорт. Так, ну, в принципе, вот так вот выходим. Так, вернемся в комнату.
Ну, в принципе, следующий покажу вам, как дом выглядит снаружи. Идем дальше. Так, вот этот дом находится, сейчас покажу вам с внешней стороны. Вот такой вот. Квартира находится на 5-м этаже. То есть окна вот здесь выходили и с той стороны, где я вам показывал остановку. Вот это дворовая территория, дома рядом, продуктовый магазин вот здесь все рядышком. То есть вот так сегодня солнечная погода. Травка уже зеленеет, солнышко блестит. Классно, хорошо, когда свет падает такой. Видеоролики снимать так интересней. Ну и вот, соответственно, там остановка, вот эта вот улица сельских строителей. На самом въезде, не в глубине, а прям проехали чуть-чуть, и тут вот как раз к себе домой будете заходить. Если, конечно, успеете купить здесь квартиру. Так, сейчас вам еще что покажу. Так, рядом два детских сада, школа. Открыли еще, как вот сейчас недавно, школу искусств. Поэтому, если у вас, ну, трешка, соответственно, наверное, будет покупать у вас детишки. Поэтому будет чем им здесь заняться. И в сад сходить, и в школу искусств. Так, надумайте посмотреть квартиру воочию. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Обращайтесь. До свидания.